Всем привет, привет! Привет! У нас сегодня автобот Сквикс из фильма «Последний рыцарь». Это робот из премиум коллекции. Он очень сложный в трансформации. Возрастная группа 8+. В процессе трансформации мы можем получить три модели. Модель робота, мотоцикл с прицепом и мобильная раскладная мастерская. 19 ступеней трансформации. Вот так выглядит коробка. Коробка очень качественная. Премиум коллекция. Он вообще самый необычный робот из всех. Маленький да удаленький, да, котик? Угу. Ну что, давай открывать? Да. Вот у нас такая вот инструкция. Автобот Сквикс. Где показано, как необходимо его трансформировать. Ну, конечно. Достань ее. Молодец. Он уже открывается. Что там внутри? Да ты уже трансформируешь, я смотрю. Прицеп, который цепляется к мотоциклу. Вот, Котя уже его открыл. Ух ты. Там всякие детальки. Вот такой автобот. Багаж. Какой необычный, Котя. Ну, ух ты, какой у него классный бластер. И рука. Котя, первым делом я предлагаю, давай нашему автоботу мы дадим орудие и поставим ему усиленную руку. Окей, зайка, давай? Да. Так, у нас это снимается дело. Ставим туда ручку. Ух ты, другое дело. И доска. Ого, вот это да. Сделаем мотоцикл. Будем делать? Ну да. Так, сейчас мы попробуем сделать мотоцикл такой.
Я буду подать. Мам. Разворачивай сюда. А ручку поднимешь? Да, сам. Коробочку откроешь? Другая машинка клеечек, да? Да. Ну что, скажем всем пока-пока? Пока-пока! Классный робот-кот? Да.